просто проведем его красной линией, будет проходить ниже, что ну, Константин Семин сошел с ума. Вот, ты говоришь, что не встречал. Это Костя? Да, да, да. Костя, ну Костя, да. Ну вот дело в том, что Костя, хотя и учился вроде на примерах Ильича там, и Иосифа Сереновича, как я предполагаю, там, да, и при этом он самого главного урока не выучил. Самый главный урок стоит в том, что никакие прежние константы не работают. Всегда все видоизменяется, и, собственно, величие и Ленина, и Сталина заключается в том, что они мгновенно принимали самые парадоксальные, неожиданные, как крайне левые, так и крайне правые решения. И, как остроумно заметил Лимонов, если Ленину, даже не Сталину, нужно было что-то захватить, он тут же говорил, что это не империалистическая война, а революционная, и, как бы, и подшивал какую-то территорию, которая ему нужна. Вот и все. И совершенно не парился на все эти темы. И Костю Семину, он 100%, и там, и этого Клима Жукова, и кто там еще, Борис Кагарлицкий, этих всех персонажей, ну, то есть с ними никто не стал бы всерьез разговаривать, там, из числа наших вождей. Ну да, капитализм, да, там вот это все, вот это вот все происходит. Ну капитализм, ну что, ну капитализм. Ну капитализм. Ну вот живем при капитализме. Что теперь сделать?